Всем здравствуйте! Буквально несколько минут назад несколько артистов сообщили об уходе в мир иной Бориса Невзорова. Причиной стал ковид. Несколько часов назад в сети появилась новость о том, что неожиданно отменены спектакли с участием Бориса Георгиевича, который, как оказалось, находился в больнице. Позже стало известно о его уходе. «Прощай, Боря, царствие небесное», — поделилась в соцсети актриса Ирина Коренева, которая в свое время сотрудничала с Невзоровым. Невзорова не стало, Клюев, теперь Борис Невзоров. Две глыбы малого театра ушли, сообщил Дмитрий Карепин. Поклонники творчества Бориса Георгиевича не могут поверить в произошедшее и выражают слова соболезнования его близким. Как же так? Что это такое? Один уходит за другим. Как неожиданно. Такой актер ушел. За что? Ужасная потеря, сил близким справиться с этим горем, отмечают пользователи сети. К слову, Борис Невзоров продолжал работать, несмотря на почтенный возраст. На его счету десятки работ в различных кинопроектах. Что касается личной жизни, то в последнее время Борис жил с бухгалтером Еленой Хрипуновой, младше его на 25 лет. Чуть более года назад у пары, не зарегистрировавшей брак, родилась дочь Анастасия, которую, к слову, назвали в честь второй супруги актера, трагически ушедшей из жизни в начале 90-х. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.